Всем привет, с вами Мистери, не забывайте подписываться на канал. Чеченцы Дагестана, жители Шелковского района, поддержали реакцию Кадырова на снос дорожных знаков. Жесткая реакция чеченских властей на снос дорожных знаков на границе Чечни и Дагестана своевременно и соразмерно ситуации заявили проживающие в Дагестане чеченцы-акинцы. Вмешательство властей Чечни предотвратило более серьезный конфликт, сочли опрошенные Кавказским узлом жители Шелковского района республики. Как писал Кавказский узел, в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью «Шелковский район» на окраине города, а 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана. Все демонтированные указатели были восстановлены. Власти Дагестана признали, что знаки были установлены на чеченской территории. На встрече с дагестанскими чиновниками 11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков, отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова и назвал происходящее бардаком. Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 июня, прокомментируя ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра, призвав жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации, а пишущим оскорбительные комментарии пообещал поломать пальцы, вырвать язык. Провокации назвал конфликт со знаками начала на дагестанской территории, представитель молодежной организации «Новое поколение» в войнах, член общественного совета АУХА Султан Касимов. Это целенаправленная провокация отдельных людей и личностей. И думаю, это только начало. Целью этих людей является дискредитация федеральных назначенцев. Магомед Даудов, озвучивший проблему АУХА, привел это примером для тех митингующих дагестанцев, которые пеклись о справедливости, шариате, законе. Я не верю, что жители горного Дагестана, живущих с колоссальными проблемами села, беспокоят указатели за 100 километров от их дома. Если их беспокоит справедливость, и они хотят решить вопрос по законам шариата, по законам гор, по-мусульмански, по-человечески, прошу всех братьев приехать в бывшие села Ауховского района, заявил корреспондент у Кавказского узла Султан Касимов. По мнению Касимова, ничто не снизит накала, кроме справедливого решения проблемы. Я лично вижу причину в отсутствии общих институтов для решения таких вопросов за столом, отметил Султан Касимов. При этом он уверен, что вопрос установки дорожных указателей находится исключительно в компетенции дорожных министерств. Советоваться с населением о том, куда ставить знаки, никто не должен. Это прерогатива дорожных министерств. И ответ Магомеда Даудова по Ауховскому району – это не упрек дагестанцам, а ответ, где нам вместе решать проблемы, а не драться со знаками, подчеркнул Султан Касимов.